мастер на все руки, охотник, рыбак, вездеходчик, тракторист, плотник, столяр. У нас полпоселка таких, но он один из лучших. Поэтому сейчас он расскажет. Вот его здесь две лодки, и он расскажет, как он их делал, даст размеры. Я даже не просил его, а когда пришел, оказывается, все эти размеры уже снял и как будто чувствовал, что придем его снимать. Лодку эту сделал я из металла, два двойки, 4 листа двойки и 6 листов полуторки, 2,5 на 1,5 на 1,20 м. Двойка идет на дно, 10 листов ушло где-то метров, наверное, 15 уголка, 2,5, и труб. И трубка на 32 на обводы. На обводы на 32, где-то метров, наверное, 15, вот так, примерно. Ну, это я примерно все говорю. Да, на киль идет, самая центральная, идет квадратный уголок. Желательно, чтобы он стенки были толще квадратного уголка. Толщина металла не такой, который идет на ограды, да, на калитки, на всякую, короче, ерунду. А толще, потолще, чтобы не гнулся. Чтобы днище не прогибалось. Понятно. Все это делалось, у меня специально сделал этот, как я, ну, на стапеле вот на этом вот сделал. Кокорин гнул на этой, тоже специально у меня есть такое приспособление, сделал специальное, и на нем вырезал болгаркой и загибал ее. Ну, длина лодки твоей. Длина лодки 11 метров. Ширина 1, 8, да. Вот размеры этой лодки моей. Ну-ка, давай мы их, может, заснимем. Нет, там не поймут. Если сильно увеличат, вряд ли. Это сама дно, а это лодка. А это вот переворачиваем, по их ногами получилось эти. Все кокоры. А, кокоры, да. Да, и вот дно. Выход. Тут это нос, ну, вот видно. Выход 120. Ну. Это носа. Да, 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 да. А корма выход. Корма вот. Ну, сама корма 70 ширина. А выход кормы. А, выход кормы 3,5 метра. А, ну давай мы сейчас, Коля, с носа начнем. Вот у нас нос. Выход на носу 120. Потом пошла вот эта вот такая, как маленькая. Подъем маленький. Да. Вот это. Как называется штука? Ну, это крышка. Крышка. Ага. Здесь внутри пусто. Можно спрятать какие-то там принадлежности охотничьи, рыбацкие. Если в случае дождя, можно туда самому со спальником залезть. Подъем носа идет 2,5 метра. Отсюда аж? Вот отсюда еще. И вот сюда. Ого! Это хорошо. Ну да, чтобы легче шла. Да, да, да. На его и тоже на волну, чтобы легче забиралась. Так, вот кокоры с уголка сделанные. Вот центровая балка, про которую Коля говорил, квадратная, усиленная получается. Она вот идет по всей лодке до самой кормы. Это вот центральная часть. Вот здесь дно, ты говоришь, 80 сантиметров. Да, да, да. А вот развал, какая ширина? Давай-ка вот эту. 120. 120 вот здесь. Понятно. А высота бортов? Высота бортов где-то 55 примерно. 55 сантиметров. Понятно. Сейчас до кормы доберемся. Вот пошла корма. Вот у нее выход. Сколько? 2,5 метра, да, Коля? Нет, корма больше. Больше? Корма 3,5 метра. 3,5 метра. Вот он выход вон где. Коля стоит, оттуда начинается небольшой выход, а тут уже резко начинает. 170 сантиметров идет подъем 5 сантиметров, а дальше 180 сантиметров, получается это подъем 22 сантиметра.
как бы от основания вот. Да. Понятно. И транец. Транец. Когда ты вот примерно по дну, и у тебя винт должен заподлицо быть с одном или как? У этой лодки не заподлицо, а получается вот перо вот это вот. А? Перо. Где-то вот так вот. Торчит ниже днища. Ниже? Да. А, потому понятно. Сильно уж по мелям не поедешь. Ну, понятно, понятно. А, да, сильно на меле так и пойдет. Сантиметров 8 выше, ниже днища. Да. Понятно, ясно. Ну, ну можно вот, сделать и свой уровень. Можно по уровню делать, да, тоже. Ну, да, это уже по ходу кто как. Здесь тоже по-разному делают. Ну, вот он, Коля, сделал так. Транец, здесь вот деревяшку прикручивают, и чтобы винт, чтобы мотор ставить. Вот этот 15-сильный мотор. Сколько эта лодка везет примерно, Коля? Ну, я не грузил ее, но тонны две-то повезет. Тонны две повезет, да. Вот 15-сильный мотор, он много ест горючки? Ну, это четырехтактный у меня двигатель, он вообще мало. Вообще мало ест? Да. Ну, здесь я не буду говорить, сколько можно проехать, потому что зависит, какое течение, какая волна, какой ветер, поэтому, то выгодный. Лодка выгодная для перевозки грузов. Ну, понятно. Что тут еще можно спросить у тебя по этой лодке? Ну, вот такая вот красотуля. Для тайги, для рыбалки, охоты. Вот еще, Коля, у тебя примерно какие-то там были случаи на этой лодке, чтобы перевернуться или где-то на камень налететь и не сдвинуть? На ней перевернуться, в принципе, невозможно. Понятно. Ее только можно где-то либо в завале утопить, либо на камнях на перекатах. Ну, это если мотор откажет или там течение сильное, шестом где-то прозевал. Ну, это уже зависит как бы от самого там. Ну, обычно на перекатах, на, да, больших, которых у нас. Ну, и на грудь, ну, не надо много принимать на этой лодке. Ну, это ясно. Да, ну мы не балуемся с этим делом. Ясно. Что еще? Вообще случаи, конечно, были. Лодки эти и топили, и, ну, это вот по таким недоразумениям, да, из-за своей неорганизованности, халатности, безалаберности. А так лодка надежная и очень такая хорошая. А сейчас мы покажем еще одну лодку Кольну. Эту он сделал старателем, вот эту лодку. А вот стоит там еще один крейсер, эсминец. Мы его посмотрим. Вот здесь с носа видно, сделаны обводы совершенно по-другому. Я говорю, как эсминец. Такой форштевень, волнорез, вот такой вот. Даже похож, знаешь, на что? У нас этот адмирал, забыл, авианосец, который у него взлетная площадка вот такая. Ну, это больше лодка, она, ее видно больше. Но, как говорит Коля, металла ушло тоже столько же, и по весу она практически такая же. Это Колина лодка, вот такой красавец. Широкая, она еще шире. Она пошире, она, наверное, метров полтора развал. Но это он сделал, потому что здесь иногда приходится по морю плавать, а по морю тут у нас по Зейскому водохранилищу волны бывают очень большие. Да, очень большие. Это как призвали одного из деревни, и он там про море его спрашивают потом, а он где-то в степи живет. И он говорит, здесь волны выше сельсовета, а сельсовет самый высокий дом в деревне. Вот эта лодка, она не боится, если волны выше сельсовета. Вон она, красавица какая. Ну, здесь борта тоже, наверное, сантиметров 60. 55 под 55, да? Угу. Вот такая вот лодка, красавица. У них борта одинаковые. 55. А вот смотрится она как будто больше. Она шире. Шире. Она шире, той на 20. Но по весу они примерно одинаковые. Да. На ходу да полегче, она поуже. Ну, конечно, та полегче на ходу, а это понадежнее на волне. Ясно. Ну, здесь вот тоже транец видно, даже тут.
Вот точно так же здесь посередке идет, укрепляет мощный четырехгранник, а эти шпанговки, они вот с уголка. Вот ранец. Здесь человек сидит. Обычно вот эти ручки делают специально, чтобы лодку где-то приподнять, подтянуть. Бывает, впереди делают. Вот ранец. Она давно у тебя, Коля? Да, года, наверное, 4. Года 4, да? И куда ты на ней поднимался? По зее вверх далеко поднимался? До, наверное, до Лаксака и до Джигармы, наверное. До Джигармы. Да. А, с Володей туда ездили. Вот отсюда она не широкая смотрится. Вот такая красавица. Ну вот, примерно мы вам рассказали про размеры. Показали детально. Что тут еще какие-то есть такие, Коля, хитрости, которыми могут поделиться, чтобы люди, которые не шибко знающие, смогли сориентироваться. Что тут? Ну вот приспособление, ты говоришь, делаешь специально деревянную, на которой лодку делаешь, ну эти грудь. Ну это по металлу, кто люди, мне кажется, они это знают. Ну, сварщика надо. Если человек сам не умеет, значит, надо хорошего сварщика, да, как да, Коля. Варить. Да, варить. Швы проварены аккуратно. Ну что? Ну, надо под эту лодку обязательно тележку перевозить. Вот такую тележку Коля тоже сам сделал. Ну, это специально, чтобы она на берегу не валялась. Да. Загрузил ее дома, зацепил за телегу и вывез. Ну, в воду ее протолкал, она вот с этих стапелей съехала. Потом, когда приезжаешь, прям в воду эту тележку заталкиваешь и потихоньку заезжаешь на нее, цепляешь ее. Вот этот джип твой может ее вытащить? Конечно, я на него. Ты им возишь? Да. Вот такой джип возит эту тележку вместе с лодкой. А сколько она примерно весит, Коля? Не вешали, ну примерно. Я хотел посчитать все это, ага. Взвешивал и лист металла, и это все. Ну и правда забыл уже. Ну где-то 500 кг, наверное, весит. Ну это немного. Это немного для такой махины. 500 килограмм – это целый корабль. Представляешь? Я смотрю, здесь каюту сделать. Только не знаю где, на корме сам сидишь, а в носу она будет мешать бегать. Потому что тут, если один едет, человек часто бывает один едет, и надо иногда быстро управляться с ней. Такие случаи бывают, или мотор хватанул где-то там дна и заглох, или винт шпонку срезал. Поэтому здесь по этой лодке носишься быстро и отворачиваешь от завалов, от камней, чтобы не посадить. Ну, обычно, когда мель проходишь, всегда человек на нос. Человек на нос, да, садится. Нос опускается, пока да. Поднимается. Мне самому много раз приходилось ложиться на нос и садиться на нос. Ноги свесишь, сидишь. Подальше, поближе. Подальше, поближе. Когда трогаешься, бывает, что лодка не может тронуться, потому что винт воду не хватает. Он же как бы в воздухе. Поэтому все, собака и напарника зовут на эту корму. И иногда даже приходится тут подпрыгивать, иногда смотришь, как один человек хочет на этой лодке тронуться, и смотришь, он там подпрыгивает, как. Ну вот. Вот когда я один, вот видишь, у меня специально камни там доложены. Камни? Вот камни корму придавить. Да. Ну, конечно, ее. Но зато уже эта лодка не хватает ни камней, ни дна, и идет белка. Раньше мы, когда ездили вот на таких лодках, то моторы, они сидят глубоко в воде, и винты, и сама нога отлетает, и винты летят. И вот поедет человек куда-то там высоко, и у него мешок винтов. И он эти винты бьет
На косах раньше валялись эти винты, едешь, вода упала, и смотришь, валяются винты. Сейчас такого, по-моему, нет. Сейчас на одном винте можно проездить все лето. Как сказать, уже приноровились. Приноровились. Ну, с такой лодкой это намного лучше, конечно. Естественно. Ну, понятно. По-моему, на Казанке не приноровишься. Ну, на Казанке, конечно. На Казанке, я помню, на бок ее ложишь. На бок сдвигаешься, и уже боком всяко разно. Я помню, Володя как зигзаги выделывал по этим перекатам. Неохота тянуть. Ну, приходится тянуть иногда. Ну, все, Коля, спасибо тебе. Хороший мастер рассказал нам про...